Сегодня на Никольском кладбище хоронили Игоря Аникеева, клавишника легендарной группы «Сектор Газа». Игорь ушел из жизни 10 октября, как говорят друзья, прямо у сцены. По некоторым данным, музыкант скончался в одном из ресторанов города в перерыве между выступлениями. Еще недавно он выступал перед воронежцами, а теперь о нем говорят уже в прошедшем времени. Игорь Аникеев, бывший клавишник знаменитого «Сектора Газа», ушел из жизни в возрасте 53 лет. В коллектив он пришел в далеком 95-м, и даже когда умер лидер группы Юрий Хой, вместе с другими музыкантами пытался реанимировать «Сектор Газа». Только солировал тогда уже не Юрий Клинских, а его племянник Юрий Епрынцев. Игорь Аникеев перед большой публикой выступал последний раз на фестивале памяти Хоя, который проходил этим летом. Это грандиозное мероприятие, я хочу сказать, потому что, во-первых, 50 лет, во-вторых, нормальная атмосфера уже накаливается, то есть мне очень нравится то, что сейчас происходит. Музыкант умер от острой коронарной недостаточности, и, по словам его знакомых, смерть была неожиданной. Сейчас поклонники творчества «Сектора Газа» собирают средства для помощи семье Аникеевых. Алена Кульнева, Новости 24.